Во всех школах Беларуси сегодня пройдут выпускные вечера для 11-классников. В этот день более 55 тысяч молодых людей получат аттестаты об общем среднем образовании. В Бобруйске со школы прощаются 1138 выпускников. 62 получат золотые и серебряную медаль. Праздничная программа будет организована только на базе учреждений образования, за исключениями школ, где проводится капитальный ремонт или есть другие веские обстоятельства для переноса. В Бобруйске объявлен День трезвости. Профилактическая акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. На территории города в течение суток ограничена продажа спиртных напитков, за исключением розничной в объектах общественного питания в Розлив. Арестован обвиняемый в ДТП, в котором погиб врач Сергей Никитин. Жуткая авария, напомним, произошла 10 числа в 21:32 на Ковзана. 13 июня прокуратурой города Бобруйска избрана мера пресечения под стражей для водителя «Опель». Установлено, фигурант в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. При задержании в выдыхаемом воздухе было более 2 промилле алкоголя. Всемирный день донора отмечают 14 июня. В Беларуси участие в донациях приняли более 100 тысяч человек. Более 68 награждены знаком отличия. Кровь критически важна для оказания медицинской помощи в хирургии, онкологии, трансплантологии, при родах. В среднем одна сдача может спасти 4 жизни. Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» пройдет в Бобруйске с 27 июня по 1 июля. Билеты уже в продаже. Бобруйск-арена традиционно станет эпицентром праздника. Торжественное открытие фестиваля 28 июня. С концертной программой можно ознакомиться на Бобр Лайф.